Добрый день. Делюсь еще одним своим любимым продуктом — цинк с витамином С. В позапрошлом, в прошлом году мы мечтали о том, чтобы в Фаберлике появился цинк. Потому что во время пандемии нутрициолог как раз рекомендовал для того, чтобы не подхватить вирус и просто любую инфекцию, 25 мг цинка в день. И цинк имеет свойство захватывать вирусы и бактерии и просто их нейтрализовать, не давая им размножаться. А если уже это произошло, то удвоить дозу, то есть взять не одну таблеточку, а две таблетки. Это оказалось так работает, просто супер. Второй момент, что это абсолютно натуральный продукт. Плюс в Фаберлике еще добавили витамин С, который дает и энергию, и антиоксидант, и выработку коллагена. Поэтому рекомендую. Одна таблетка помогает защитить вас от вирусной и бактериальной инфекции.